Мужчина, вы что здесь делаете? Вы врач? Пусть остается. Это мой муж. Он учит будущих врачей в медакадемии. А ты помнишь, какой сегодня день? Конечно. Сегодня ровно 3 года, как мы познакомились. А это наша Настя. О, она такая большая. Не волнуйся. Отличные роды. Совершенно здоровая девочка. Илья, иди домой. Ты устал, мы дальше сами. Нет, я тоже хочу с вами побыть. Иди домой, так надо. Мужчина, проснитесь, что с вами? Вы кто? Доктор, вы спали? Доктор Чижиков, да. Да, вы ко мне? Да. У вас лечился Андрей Митрохин. Вы поставили ему диагноз? Пиелонефрит. Да, я помню этого мальчика. А что случилось? Он умер в больнице от разрыва мочевого пузыря. Я представляю интересы его матери, она документы собирает для суда. Понятно. Купались в неположенном месте. Да, веселые были мальчишки. Они приходили с самого утра, мы их называли мушкетерами. Вся четверка носила штаны задом наперед. Забавно. И зачем? Не знаю. Я вообще не понимаю, что у этого поколения на уме. Профессор. Вы изучаете болезни мочеполовой системы уже 40 лет. Подростков вы можете отнести к группе риска? Подростки очень закомплексованы. Они о своих проблемах скорее расскажут друзьям, чем родителям. Но боль в мочевом пузыре очень трудно вытерпеть. Все зависит от обстоятельств. В больнице связывают разрыв мочевого пузыря с инфекцией в почках. Я его в больницу не направлял. Ну, он лег, чтобы исправить носовую перегородку. Вы в курсе, как проходила операция? Были небольшие осложнения, но искривленная перегородка была удалена. Полость затампонировали. А не могло случиться так, что вы не остановили инфекцию, и у Андрея началось осложнение? Да напротив. Они очень быстро поправились, все четверо. Скажите, уважаемый профессор, вы встречались на практике с другими причинами разрыва мочевого пузыря? Ну, разумеется. Выход камней из почек тоже может привести к таким последствиям. Здесь нужно механическое воздействие снаружи или изнутри. А если бы у подростка были камни или какие-то другие странности, я бы заметил. Но у мальчика не было камней в почках, а следовательно, их не было и в мочевом пузыре. А что же в нем было? Моча, я полагаю. Дуй к лору. Следующий. А вы кто? Человек, который хочет понять, как так получилось, что Андрей Митрохин лег с одним заболеванием, а умер от другого. Скажите, сколько мочи может выдержать человеческий пузырь, прежде чем решит от нее избавиться? От 200 до 500 миллилитров. 500 у взрослого человека, да? Да. Ну, я вас прошу, напишите, пожалуйста. В любом случае, у мальчика... мочевой пузырь был пуст, а за этим следили. Никто не хочет понять. Всем хочется найти виновного. Вы хотите, чтобы я призналась? Да я вводила катетер 1000 раз. И никогда
Ни один мочевой пузырь не разорвался. Я вас дополню, если вы не возражаете. Во время премедикации было влито полкубика атропина, кубик димедрола, 200 грамм дипривана. Я не буду утомлять вас названием, я назову конечное число. Всего 360 миллилитров. Ну, это допустимая цифра. Да, мы помним о верхней границе у взрослого человека. Я очень хочу вам поверить, но меня интересует одно. Мочевой пузырь мальчика был переполнен жидкостью, он испытывал боль. Да? Да. Но ведь Андрей пришел в себя еще на операционном столе. Почему не сразу вставить катетер? Зачем надо было ввести в палату, чтобы там это делать? Зачем надо было ждать, чтобы заставлять его мучиться, а? Не знаю. Я побежала за катетером сразу, как только его привезли в палату. Он стонал, показывал на низ живота. Но я перечислил лишь препараты, которые потребовались для наркоза. А перед ними было влито еще 400 миллилитров из раствора. Сколько у нас получилось в сумме? 700? Это была операция, и значит, имела место кровопотери. Округлим до 600. Итак, уважаемый суд, 600, 500, разница 100. Запомним это. Знаете, я увидел, что в тот день у вас была большая нагрузка. Не вышла медсестра из соседнего крыла. Вы же подменяли ее. Ну что? Что вы хотите этим сказать? Может быть, вы торопились, чтобы успеть помочь другим пациентам? Да я введу катетер с закрытыми глазами. Я ввела его туда, куда нужно. Вот модель мочевого пузыря. Здесь 100 миллилитров лишнее. Профессор, вы же знаете, как использовать катетер. Попробуйте вставить его, чтобы спустить воду. Вы боитесь испачкаться? Я понимаю вас. Давайте попробую я. Вы считаете, что я не должна была этого делать? Да нет, вы все сделали правильно. Прекратите балаган в зале суда. До свидания. Вы сравниваете человеческий организм с воздушным шариком. Медики, начавшие свою практику за 1000 лет до вас, уже тогда проводили аналогии. Глаза сравнили с яблоками. У нас есть луковица, поджелудочные железы, хвост. Все мы состоим из воды, но нас нельзя выжать или выпить. Александр Васильевич, вас просит юрист по срочному делу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь по поручению гражданки Митрохиной. Ее сын умер в вашей больнице. Мне нужны копии с историей болезни, заключение судмедэксперта, ну и все, что полагается выдать родственникам пострадавшим. Следствие по этому делу прекращено. Медсестра, вставлявшая катетер, уволена. В качестве компенсации вы предлагали матери мальчика путевку в санаторий. Но Митрохина отказалась. Интересное предложение, знаете, санаторий. Я не обязан с вами общаться и давать вам документы. Ну, вообще-то они у меня уже есть. Я хотел увидеть вашу реакцию. Не мог решить, доводить ли дело до суда или попытаться владеть миром. Спасибо. Теперь сомнений не осталось. До встречи. Человеческое тело устроено сложно и просто одновременно. Вот почему в поступках врача, помимо уверенности, всегда должно быть место сомнению. Выдержит ли мочевой пузырь мальчика лишние миллилитры? Можно ли отпускать пациента в палату, не проверив его состояние? Жаловался. А были у него силы, чтобы пожаловаться? После носовой тампонады, после всех этих препаратов, закачанных в Андрея, вы считаете, что он мог внятно и членораздельно сказать, что его беспокоит? А не проще ли было протянуть руку и пропальпировать его живот? Как это делали древние доктора. Хотя они не были знакомы со шприцами, но уже тогда умели отличать пустой мочевой пузырь от наполненного. У меня все, Ваша честь. Присаживайтесь. У вас есть что сказать?
Нет. Полин, не надо расстраиваться. Дело мы выиграли. Конечно, компенсация небольшая, но если хочешь, я могу большего добиваться. Нет. Больше ничего не нужно. Спасибо. Если только... Что? Я бухгалтер по профессии. Вдруг тебе нужна будет помощница? Мне необходимо быть кому-то хоть нужной. Хорошо. Вот. Хорошо. Мне нужна помощница. Ну что, пойдем? Ладно. Пойдем. Ты увидишь дедушку в бою. Сейчас возьму ключ. Сейчас. Не спи, не спи. Пожалуйста. Спасибо. И второе анекдот. Здравствуйте. Так, 4 звезды, да? Признание в любви? Или мне показалось? Тебе показалось. Хам. Я забегу в душ. Забеги. Доктор Антипин, вы не ждали нас. Какая жалость. Боже. А, какой у нас вид. Да мы герои. Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы я вызвал охрану? А кто же, по-твоему, меня пустил сюда? А? Знаешь, в тюрьме, помимо множества недостатков, есть одно преимущество. Люди рано или поздно выходят оттуда, устраиваются на работу. И в память о старых временах помогают друг другу. Боже, как же нам приятно, что доктор Антипин в этой гостинице встречается со своими медсестрами. Скажите, а он вам обещал пост главной медсестры или старшей? Наверное, старшей. Вы еще так молоды. Она, наверное, раза в два моложе твоей жены, да? Или разница больше? А ты несешь? Шантажируешь меня? Куда же вы, доктор Антипин? Куда вы? Нам плохо без вас. Куда мы звоним? В скорую помощь или в полицию? Наташа, это я. Я не приеду сегодня. Я с другой женщиной. С другой женщиной. Я буду завтра. Знаешь, что она сейчас сделает? Она снова напьется, а потом пойдет в суд.
Но дети все равно останутся со мной, потому что закон на моей стороне. И уголовники не имеют права воспитывать детей. Ты это прекрасно знаешь. Не стой у меня на пути. Шагин. Антипин, ты это начал. Я пришел, чтобы познакомить тебя со своим другом. Он говорит, что у него большие планы на твой счет. До свидания, доктор Антипин. Не болейте. Антон, действуй по плану. Как договорились. Все. Крыша отработана! Готовим носилки, щит! Поднимай крышу! Раз, два! Пять. Еще! Оп. Вас подвезти? Спасибо, я на автобусе. Поднимаем на носилки. Раз, два. Взяли. И раз. И еще разочек. Еще разочек. И раз. Раз. Есть. Пошли. Ага. Пошли, пошли, пошли.
Ребята, ребят, слушайте, там это еще одна авария. Водитель тяжело раненый. Помогите. А? Авария где? Далеко? Да здесь недалеко, я его перетянул вену ремнем. Циркуляция крови плохая. Вали. Положили аккуратненько. Андрей Николаевич, там 200 метров, еще авария. Какая еще авария? Артем, Валера, сходите, посмотрите. Вы сами как себя чувствуете? Все в порядке. Внимание, идет машина скорой помощи. Ага. Держи. Ага. Вот-вот. Вы меня слышите? Колоть обезболивающее. Ты прежде чем задавать вопросы, ты убедись, нет ли травмы в шейном отделе. А то он сейчас кивнет и усугубит перелом. А лучше он в скорую отдайте. Вы врач? Бывший. У вас же в отряде тоже должен быть врач. Где он? Хороший был у нас врач, уволили. Слушай, кончай про моего брата, кому попало рассказывать. Человек спросил, где у нас медик? Я ответил, в чем проблема? Послушай, а что случилось-то, а, с братом? Я юрист, может, смогу помочь? Обращались мы уже к юристам. Сказали, что все бесполезно. У меня в Колизее, не кинотеатр, знаешь, там есть кабинет. Ты приходи, там, посмотрим, может, что-то решим. Кстати, что там с водилой? Как? Там никого нет. Как нет? Ну, мы были там, там ни в машине, ни рядом с ней никого нету. А давай мы тебя до города подбросим. Ну, хорошо, спасибо. А Ивлев где? Что? Я жду, когда спросите, что со мной случилось. Я знаю, что с вами случилось. Вы должны были явиться в общежитие до 22:00. Вы не пришли. Я доложил о вашем нарушении. Так что будете оправдываться в другом месте. Я не собираюсь оправдываться. Я попал в аварию. Пострадали люди, я оказывал им помощь. Есть свидетели, которые меня видели. Можете проверить. Слушайте, я действительно, я никак не мог прийти вовремя. Хорошо. Ну, а ответить на мой звонок по телефону вы могли? Я потерял телефон. Я не заметил, как его уронил. Как так? Он у вас был такой огромный? Был. От вас алкоголем пахнет. Я обрабатывал раны спиртом. Дыхните. Ну, возможно, несколько капель попало в рот. Ладно. Я зафиксирую ваше объяснение. Фамилия, имя, отчество? Шагин Илья Петрович. Почему ты не сказал полиции, что тебя похитили? Полин, а кто мне поверит, а? Ну, сама подумай. Бывший уголовник, в крови алкоголь, ехал в чужой машине. Свидетелей никого. А суд интересует только факты. Я могу сказать, что видела, как они на тебя напали. Только напомни, где это произошло, сколько их было. Нет, тебе никто не поверит. Ты же сторона заинтересована. А что же делать? Как вкусно. Что делать? Радоваться жизни, жить дальше.
Да, войдите. Эльдар Маркович. Да. Вам звонил какой-то мужчина из уголовного розыска. Кто такой? Не знаю, фамилия Глебов. Не знаю. Мне подождать его? Нет, не нужно, я его сам встречу. Все в порядке, ты свободна. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Завяжи мне галстук, пожалуйста. Сам завяжу. Ты сегодня оперировал 6 часов подряд. А я в театре на спектакле с детьми была. Ничего. Скоро о них позаботится новая нянечка. Полин, у меня просьба к тебе. Ты можешь мне с собой парочку сырников дать? М? Конечно. Зачем ты вообще пошел работать в этот военкомат? Чтобы получить родительские права, мне нужна белая зарплата и трудовая книжка. Ну, а наше с тобой занятие пока дивидендов больших не приносит. Шагин? Да. Илья Петрович? Добрый день. Майор Глебов. Уголовный розыск. Слушаю вас. Я звонил на вашу новую работу, но там сказали, что такого не знают. Ну, правильно, меня уволили. Угу. Я вижу, вы не сильно любите задерживаться на одном месте, да? Ну, почему? Когда рядом охрана, то я могу сидеть на одном месте. Даже несколько лет. Вы нарушили условия досрочного освобождения. Вас же предупредили о последствиях? Да, в общем, я все рассказал участковому. Я знаю, я читал. Вы были на месте аварии, а что вас туда повело-то? Ну что, увидел аварию, решил помочь. Скажите, мы не могли бы перенести нашу беседу на другое время? Я очень тороплюсь. Нет. Так, вы были на месте аварии, а вы видели, как произошла авария? Да нет, я, собственно, увидел только последствия. Вышел из автобуса, перешел дорогу, все. Так, понятно. А где вы поранились-то? Честно говоря, я не помню. Ну, может быть, когда помогал спасателям или... Не помню. Ну, понятно, понятно. А че же вы решили, что спасатели, которые прибыли на место, сами не справятся? Да вот, оказалось, что самим спасателям надо было оказывать помощь. Я очень тороплюсь. Вы присядьте, Шагин, присядьте. Вот смотрите, авария произошла в 9:40. В общежитии вы должны были оказаться в 10 часов. Где вы были? Вы не сильно торопились. Ну, если скажу, что я заснул в автобусе и проехал свою остановку, вы же все равно не поверите. Ну, почему не поверю? Поверю, если вы доехали до автопарка. То есть, по-вашему, мне не надо было никому помогать, да? Значит, если вы хотите меня допрашивать, то давайте поедем к вам, вы оформите протокол. И я попрошу вас внести строку об обстоятельствах непреодолимой силы. Шагин, я сегодня утром прочел материал вашего дела. Вы похоронили жену, у вас отобрали ребенка. Это, конечно, тяжело, но я очень не хочу обратно возвращать вас в тюрьму, поверьте. И чтобы этого не произошло, говорите мне, отвечайте честно. Ну, если честно? Честно. Официальный тон мне нравится больше. Давайте, квалифицируйте преступление, определите мою роль в нем. Если я прохожу как свидетель, то я уже все, что знал об аварии, я все сообщу. Угу. Еще не все. А где тот человек, пострадавший, о котором вы сообщили спасателям, а? Ну, я увидел мужчину, а куда он делся, я не знаю. Может, ему стало легче, он сам ушел. А может, ему кто-то помог. Кто? Откуда я знаю? Если вы меня не собираетесь сейчас везти в тюрьму, я пойду по делам. Я опаздываю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас предупредили? Да, предупредили. Входите. Не нужно показывать удостоверение. Я вижу, что вы следователь. Присаживайтесь. Чай, кофе?
Давайте чай. Угу. Наташа. Сделай нам чай, пожалуйста. Я не твоя секретарша. Я знаю, она бы уже сделала. Итак, дорогой товарищ, по какому вопросу? У вашей жены проблемы с зачатием? Не понял. Я главный врач центра планирования семьи. Сюда обычно приходят для того, чтобы зачать ребенка или родить его. Я пришел по другому вопросу. Так. Вы сообщили, что вас угнали машину. Да. Мы ее нашли во овраге, недалеко от места аварии. Угонщик устроил аварию. Есть пострадавшие? Есть трое, если не считать одного пропавшего. Авария произошла раньше. И поэтому угонщик, очевидно, не сразу заметил препятствия на своем пути. Но, очевидно, он отвлекся. Это на него похоже. Что? Это на него похоже. Погодите, вы знаете, кто угнал у вас машину? Я могу даже назвать вам его имя. Вы знакомы с доктором Антипиным? Это вы могли узнать и сами, не арестовывая меня в здании суда. А зачем мне ее врете? Вы угнали машину доктора Антипина. Не справились с управлением и перевернулись. Когда вышли из машины, увидели другую аварию. И решили засветиться. Полиция, скорая помощь, МЧС. С понтом дела появится новый алиби. Че ты врешь? Так это была машина Антипина, как же сам не догадался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Из-за него погибла моя жена, он хотел это скрыть. Когда ему не удалось, решил от меня избавиться. Мы отпечатки пальцев сняли с руля. У нас в картотеке есть твои пальчики. Ты что думаешь, они не совпадут? У меня есть право не свидетельствовать против себя. Ну, давай. К вам женщина с заявлением пришла. Говори, дело срочное. Давай, думай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня не помните? Мы с вами встречались в центре акушерства моего мужа. Помню. Я не могла вам тогда сказать всей правды. Шагин не угонял машину. У нас была связь с Ильей. Муж об этом не знает. Я была за рулем. Илья помог мне выбраться из машины, когда мы упали. А почему у вас нет ни одной царапины? Потому что я везучая. Только не в личной жизни. Отпустите Шагина. Что значит отпустите Шагина? Я не могу. У нас лежит заявление от вашего мужа об угоне. Машина записана на меня. Я заявляю. Никакого угона не было. Пойдемте. А я знаю, что ты с ним не спала. А откуда такая уверенность? Или изменять в нашей семье позволено только тебе? Между вами ничего не было. И ты это знаешь, и Шагин. А теперь это уже не важно. Я ничего не понимаю. Ничего. Бога ради, скажи мне, зачем ты пошла в прокуратуру? Зачем тебе понадобилось освобождать Шагина? Вот только Бога, пожалуйста, не надо вмешивать в твои скользкие игры. Зачем? Я тебе скажу, зачем. А я хотела, чтобы ты почувствовал то, что я чувствовала все эти годы.
Я подам на развод, и ты ничего не получишь. Ничего! И детей ты не увидишь никогда. Дрянь. Знаешь что? Видеть тебя в гневе уже достаточно. Да-да-да, я опоздал, знаю. Но я был в архиве, прости. Сейчас. А где этот клиент? Клиентка. Она ушла. Никто не будет ждать тебя часами. Если ты хочешь иметь клиентов, прояви уважение. Приходи вовремя. Понятно. Это не все. Что еще? Это здание у нас отбирают. Приходил человек, сказал, что мы этот кинотеатр используем не по назначению. Сказал, чтобы мы до 16 числа отсюда убирались. Кому нужны эти развалины? Меня больше волнует, где мы с тобой будем людей встречать. У меня в общежитии. Или у них дома. Да что-нибудь придумаю. Что это? Ну, неужели ты не понимаешь, что заставлять людей ждать – это просто свинство? Так, хватит. Я тебе деньги плачу не для того, чтобы ты здесь вот ругалась. Кстати, о деньгах. Тебе нужно открыть счет. Есть клиент, он готов заплатить тебе за услуги. Но лучше это сделать по безналу. Так я думал, ты давно это уже сделала. Давай, действуй. Клиентка оставила адрес? Да. Она сказала, что ты знаешь, как ее найти. Может быть, знаю. Полина, ты прелесть. Все, наелся. Максим, ты ничего не забыл? Лекарство возьми. Не спорь с отцом, прими лекарство. А ты кофту не забыл? Хорошо. После развода дети будут жить со мной. Можешь забрать свои вещи. Варюша! Варя! Что? Кофту застегни. Не хочу. Не хочу. Вы нас нашли? Да, наш дом угловой, на перекрестке. Но вы заходите, там ворота открыты. Я вас жду. Я не отдам тебе детей. А мне не нужно твое согласие. А вот мой адвокат так не считает. Какой еще адвокат? Здравствуйте. Здравствуй, доктор. Я здесь, чтобы помочь твоей жене с бракоразводным процессом. Если угодно, готов встретиться с твоим адвокатом. Ну-ну. Проходите. Что думаешь, что Шагин поможет тебе? Адвокат юродивый, нищий. Хочешь свои дни так же закончить? Я тебе помогу. Ты ничего не получишь. Ничего. Ноль. Thank you.
Добрый день. Я Самсонов, адвокат Антипина. Да, я помню вас. Я к вам по делу. Ну, проходите. Это, стало быть, вы здесь живете, работаете. Вас смущает что-то? Да нет, я просто думаю, вы что, не хотите утихомирить? Простите, кого? Ваших соседей. А вы пришли решать мой квартирный вопрос, да? Нет, ну что, я же сказал, я к вам по делу. Я вам хочу кое-что показать, если позволите. Ну, пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста, полюбуйтесь, как ваша клиентка в пьяном угаре засыпает на лестнице. Жить с таким человеком ни разу не напиться, это сложно. Это, увы, не единичный случай. Да? Ну, давайте посмотрим другие случаи. Вы знаете, у меня, к сожалению, нет времени свободного. Я понимаю, вы человек свободный, а я, увы, занятой. Какая жалость. Да. Все выключите, достаточно. Сколько угодно можете его смотреть. Но вы же понимаете, Илья Петрович, вы взрослый человек. Суд будет на нашей стороне. Это будет весомое доказательство. Поэтому ваш суд проигран. Разве? Вы, пожалуйста, поверьте моему опыту, в этом деле ничего не светит. Поэтому посоветуйте ей поговорить с ней, чтобы она как можно быстрее, без проволочек, все разрешила. Ну, пожалуй, я буду опираться на свой опыт. Ну что ж, как вам будет угодно. Будьте здоровы. Всего хорошего. Ваша честь. Мне кажется, что только что просмотренная видеозапись убедительно доказывает, что госпожа Антипина не в состоянии сама позаботиться о двух детях, один из которых, хочу напомнить, является инвалидом. Более того, если бы мы досмотрели эту запись до конца, что мы не делаем по вполне понятным этическим соображениям, то мы увидели бы, что она даже сама о себе не может позаботиться, ибо не может сама дойти до туалета, уж простите за такую пикантную подробность. Да уж не простим. Уважаемый суд, это частное видео, сделанное в частном доме. И такие записи не предназначены для публичного показа. Прежде чем вы наговорите еще гадости, скажите лучше, какого числа эта запись была сделана? Ваша честь, я полагаю, что этот вопрос просто неуместен. Ведь мы только что убедились в том, что Наталья Сергеевна человек глубоко зависимый от алкоголя. Так как же мы можем допустить, чтобы она одна в одиночку воспитывала двух детей? Вы уже это допустили. Эта запись сделана 11 ноября. Два раза по 11. Очень легко запоминающаяся дата. В этот день супруги Антипины сочетались с браком. Если бы вы установили еще одну камеру на кухне, мы бы увидели роскошный ужин, который поджидал этого человека. Наталья Сергеевна в этот день была одна дома. Детей она отправила к матери. Не дождавшись своего мужа, она расслабилась в собственном доме, имея на то полное право. Я требую удалить эту запись из материалов дела, принести извинения Наталье Сергеевне и постараться забыть все, что мы здесь видели. В противном случае я буду настаивать на просмотре видео, снятого в гостинице, в которой один главный врач любил устраивать собеседование кандидаткам на пост главной медсестры. Катя, запишите, приобщите в дело.
Илья, у тебя действительно есть эта запись? Нет, конечно. Просто такие люди, как Антипин, меряют других по себе. А, друзья, еще далеко не вечер. Это было слушание предварительное, а вот настоящий суд, он еще впереди, коллега. Буду ждать с нетерпением этого дня, коллега. Шагин, ты? Да, я. Ты подарок от января? Илья Петрович, подождите. Я хотела вам сказать. Я не понимаю, почему я в тот день потеряла контроль. Я вообще не переношу алкоголь. Я вообще не пью. Вам не нужно оправдываться. Нет, нужно. Я хочу, чтобы вы знали, что я вас наняла не потому, что вы мне должны. Мне неприятен мой развод с мужем. Но я считаю, что моим детям будет лучше со мной. Я не пьяница. Вы мне верите? Да, конечно. Здрасте, Шагин. Ну, вы же не знали раньше Антипина. Я видел, как вы выходили из здания суда, как общались. Вы не похожи на любовников. Желаете устроить следственный эксперимент, чтобы проверить, хорошо ли нам вместе? Чего вы ерничаете? Я знаю, что вы врете. И врете безыскусно. Но если мне Антипина, вам еще сидеть и сидеть. Значит, скажем спасибо Наталье за возможность стоять рядом с вами. Вот все, я могу идти. Я смотрю, вы богач. Шагин, откройте секрет такого стремительного обогащения. А если не открою? Если не откроете, я вас задержу до выяснения обстоятельств. Помните, что вы вышли досрочно? Срок-то можно и продлить.